Попова Виктория, Покровская сельская библиотека Новосергиевского района, письмо Татьяны к Онегину из произведения Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я смолчать хотела, поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда. Тогда б надежду я имела, хоть редко, хоть неделю раз, в деревне нашей видеть вас. Вам слово молвите потом, все думать, думать об одном, и день и ночь о новой встрече. Но говорят, вы нелюдим, в глуши, в деревне все вам скучно, а мы... Ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селенья я никогда б не знала вас, не знала б горького мучения, души неопытной волнения. Смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой... Нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То в вышнем суждено совете, то воля неба, я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся незримый, ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался. Давно? Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: вот он. Не правда ли? Я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновенье не ты ли, милое видение? В прозрачной темноте мелькнул, приникнул тихо к изголовью. Не ты ли с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул? Кто ты, мой ангел ли хранитель или коварный искуситель? Мои сомнения разреши, быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем другое. Но так и быть, судьбу мою отныне я тебе вручаю. Перед тобою слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя, единым взором надежды сердца оживи, или сон тяжелый перерви. Увы, заслуженным укором кончаю. Страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне порукой ваша честь, и смело ей себя веряю.